Губернатор Андрей Никитин поздравил с днем рождения почетного гражданина Великого Новгорода и Новгородской области Александра Петровича Попова. Легендарному ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 97 лет. Товарищ, приветствую. С днем рождения вас. Это вам. Спасибо, Никитин. Это такой небольшой подарок сладкий. Свои 97 Александр Петрович нисколько не потерял интереса к тому, что происходит вокруг. После коротких поздравлений ветеран сразу заваливает Андрея Никитина вопросами, как и чем живет регион. В частности, поинтересовался, как развивается промышленность. В ответ на это губернатор пригласил Александра Попова своими глазами увидеть, как работают новгородские заводы. На какой завод, интересно было? На радиоэлектронику или нет, на... Каждый производитель старается идти по своей... Но у нас такой специальности нет. Мы танки не выпускаем, машины. Какая разница где? Главное, как технический процесс идет. Александр Петрович Попов – один из освободителей Севастополя от фашистских захватчиков. Именно он со своим боевым экипажем на легендарной 34-ке первым вошел в освобождаемый от фашистов город в мае 1944-го. Был награжден множеством наград, в том числе орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени. В наши дни Александр Петрович принимает активное участие в ветеранском движении Великого Новгорода и в патриотическом воспитании молодежи.